Да, до чего же у нас народ интересный, ребята. Тут с одним вроде мешком разобрался с мусором, а тут прихожу, стоит, главное, кулек стоит, а в нем игрушки детские. Это вообще не передать. Вопрос, откуда, кого, чего. То ли здесь детский сад, площадь снимал. Обратите внимание, это не передать словами, машинки. Кому это надо было принести сюда всю эту ерунду? Господи! Вон они, сплошные мишки. Вон один мишка, вон другой мишка. Вот так вот, ребята. Интересная штука жизнь. Да. А вы говорите коронавирус. Какой коронавирус-то, господи? Тут без коронавируса народ с ума сходит. В нашем лесу. Господи, прости наши души грешные. Обалдеть.